соскучился по лучку. Покажись. Ну, да, смотри-ка, я сохранился, уже появился. Ну, давай с ним поговорим еще. Здорово. На, это же. Что он говорит? Молоко на рыбы. Сухие. Ну, потому что мы точно притащить не сможем. Она, по-моему, как здесь пришвартованная стоит. Хватит работать. Ты можешь взять еще дожика. Ой, прихожая. Ничего себе, пустую прихожую. Это давай сейчас. Ладно. Ребята, сейчас лечу. Быстрее сливайся. Тут все слилось наконец-то. О, куча газовика. Ну все, давай, счастливо. Алкоголик. Так, блин, шлем там где-то остался. В принципе, мы потихонечку сейчас на мопеде поедем. Так, нам надо число взять еды немножко с собой. Канистру как-то унести. Ладно, канистру мы не будем брать с собой. Куда мы сейчас еды свалим? Где-то у нас тут так не валялся. Немножко, потому что осталось вообще никого не было. Так, у нас это где-то было там, по-моему. Или, а, у нас мопед еще делалось тут. Так. Ладно, мопед не... Ой, не будем брать его. Надеюсь, в насоса не залетит. Сейчас мы заводим, короче. Или это со шлемом на по трассе не ходит, так я не понял, я понимаю, что там ударит. Ну, в принципе, только доехать до этого. До развилки, а там будем ждать.
Оттуда поедет у нас какие-то дома, то и даже фу-фу-фу, буду летать. Ладно, пока ждем, блин. С вами уже когда он будет здесь наезжать. Разумеется, давайте. А вон и наше такси едет рядом. Ну он что, пошел? Пальцы нашел в него, что ли? Тварь такая. Хорошо же разрушил себе немножко взяли. Наверное, вот так вот встанешь, их собьет ребята. А вот так вот встал, на такой меня взял, сбил бы вместо того, чтобы становиться. Ладно, мы уже снова его. Так что это ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто это не сделал прямо сейчас. Я опять его буду ждать.
На паузе сейчас. Ну ладно, что. Копи подъехали. Что нам было письмо свое забрать? А, сейчас деньги будут, их заберу. Заново это имеется в виду. А пусть так и называется. Либо какое-то. У вас есть предложение, как последующее без самого пишите в комментариях. Как раз нас до этого довезет, наверное. Как видите, на той неделе мы его никак не могли бы поймать. На двух не верю. Думаю, так и часы-то не получили. Где же еще одна машина может подтянуть? Давай бока, потом тут есть. Это бока. Ой.
Я в туалет лягу, как брал. Сказан такой. Что трактором там было. Поехали, там нужно. Что за машина такая?
слепит тоже. Он сейчас тут эти зеленые поедет и собьет кого-то. Прям, прям налево, ты туда будешь ехать. А вот где же сейчас. Все, поехали. Что это, ребят? Как поедешь? Грузовик наш, ребят, теперь будем уже. Короче, это сделаем так. Восстановим полностью корч. Пойдут стримы. Сейчас нам надо кузов отремонтировать, у меня есть теперь уже нормально. То есть как номера получены, то сразу же с того дня будет стрим. И разобьем два, да. То есть давайте так сделаем. Одно и то же сохранение будет. Давай, ну давай, 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 тоже. Че он такие не сдан? Видим, ну, правильно. Как вы думаете, ребята? Машина на колесах или уже валяется? Может, точно простегнул? Ну что, потому что он так вот выглядит странно. Значит, простегнули. Я про трактор хожу, потому что он с грузом он ехал так вот. А, может, слышно никак, конечно, грузик мы не сняли. Кстати, точно. Но это нам с одной стороны на руку, конечно.
Да, он посюду это увидит за нами. Еще на крышах, кстати. Его сложнее вести, так что это всем будет все ручная работа, лучше сделать. В том на время суток, ребят, если что. Особенно если в субботу, со спасением. Мультарали нету, вот в то время. Можно будет спокойненько ехать и буксировать транспортное средство. Сейчас. Тачки мы на тракторе повезли. Заодно сейчас скинем куда-нибудь наш отель. В основном 10 тысяч разработчиков сделать так, что надо будет заезжать в этот вот гараж, который рядом с механиком. Это будет, конечно, интересно, что там у него как бы подъемничек будет, что можно будет ему в действительности, пусть разработчик так и сделает, что, допустим, там выбрал ремонт двигателя, ремонт там колес, колес, ну всякого такого, всякой такой дичи, это будет все круто. Вот это что, это очень уж круто будет. Я буду заезжать туда, там как Томас забирает оттуда, зашел к нему, я открыл рот. Задание Мирона было бы круто, ребята. Как с техосмотром, тоже там заезжаешь, надо подъемник, ну, там. Пукают, взвякают. Кстати, как насчет игрока механика 2018? Пишите комментарии.
случае-то я не особо, ребята, уже кружу, а я награду. Да и Артём что-то перестал со мной стримить. Кстати, да. Да что с машиной-то? Ну, скорее всего, на ровные, потому что у нас наручники стоят там, скорее всего. Ну, как дрифтит. Сама машина, у которой все держит. И ручник. Ну да, она целая до сих пор. А чуть-чуть помялась. Точно, на ручном тормозе стоял, поэтому у нас так она и дергала. Давайте-ка сейчас мы немножко рискнем, конечно, рискованно. Ну, как говорится, кто не рискует, тот не получит панского, ребята. Сейчас мы нажим мопед и туда прям охуга. Опять не потерял. Так что я тебя в этом месте поставлю на паузу и напишите в комментариях. А еще можете даже в том месте написать на паузу, где я написать реализую, но или нет, как вы думаете. Напишите в комментариях. Поставьте на паузу или напишите в комментариях. Потом можете смотреть. Кто приблизительно правильный ответ напишет, это получит чем-нибудь в подарок. Мне кажется, я индивизу. Как вы думаете, везу или везу? Едем, доедем сейчас до магазина, вот чем вопрос. Надо было на бульске ехать, думаю, какие-то не на там грузовики. Действительно, что-то не подумал. Ну ладно. В принципе, у нас канистр же с дизельным топливом, так что здесь топливо надо, так что можно, в принципе, будет сейчас его заправить. А, правда, это полбака будет. Я слышал ЖК.
Так, нам надо 3000, да? 3000 у нас марок есть с собой. И с копейками, по-моему, замена лобового. Доехал, молодец. Так, ладно, давайте его расстегнем тогда сейчас. Пусть что-то не стоят пока. А как обычно свет оставили включенным. Или нет? А, это так просто отсвечиваешь. Нормально. Очень старую машину отца. Спать не хочу.
Сейчас канал. Скоро, по часу уже будем рядом. Сохраняемся.